всем-всем привет! Я сегодня уже буду за кадром, не буду себя показывать, потому что, ну, я вчера говорила, что я, ну, заболела, знаете, у меня вид такой не очень. Горло все заложило, прям на уши давит. Всю ночь лечилась, а мне же написали, что сделать соль, сода, йод. Я сделала, полоскала ночью. Потом написали корица, имбирь, пол чайной ложечки на стакан водички. Тоже так делала, полоскала. Таблетки рассасывая. Но оно же, как сказать, оно же сразу вот не поможет. Это же надо время. Может быть, завтра уже лучше будет. Вот прям на уши дает, вот так дает на уши. Вчера приехали внучки. Саша-то здесь. А девчонки приехали уже к вечеру. Андрей привез. Вот. У меня здесь были... Оставалось тесто на лепешке в морозилке. Я так даже не дожарила до конца. Оно было тайно. Я им нажарила этих лепешек. Надела им оладушек. Заводила. И было тут у меня супчик с мяском. Вот. А сегодня я им пообещала настряпать пирожков. Говорю, яйца есть, лук он полно наросло. Они любят яйца с луком, пирожки. Давайте, говорю, я вам сделаю. И поставила маленькую кастрюльку еще просто с картошкой сделать пирожки. Вот, я тесто завела обыкновенным способом, на сухих дрожжах. Не стала заморачиваться, потому что, ну, не домогаю. Завела в чашечки и переложила его сюда, это, в пакетик. Вот тут солнышко на него падает. И оно у меня уже на один раз, видите, подошло. Я его вот так вот обомну сейчас. Пока я яйца почищу, они уже сваренные. Яйца почищу, и пусть оно еще раз тогда подойдет. Ничего страшного. Будет пышнее. Ну, здесь что, одно яйцо я добавила. Было яйцо такое, знаете, треснутое. Ни туда, ни сюда. Я не хотела вообще яйца добавлять. Ну, убила яичко. Вода, яичко, столовая ложка сухих дрожжей, масло подсолнечного, рюмочка, наверное. Соль и сахар. Все, сахар чуть-чуть, соль и все, вот это тесто. Вот. Пусть оно еще раз лежит, поднимается, а я почищу пока яйца и нарежу лук. Так, ну что, я начинку подготовила, вот. Подготовила, нарезала сюда лук, подсолила, все. Тесто еще немножко подошло у меня. Сейчас я его буду выкладывать. И делать пирожки. Картошечка еще варится. Еще кипит. Я всегда с мукой. Я не могу без муки. Мне почему-то не нравится без муки. Мукой как-то я лучше работаю. Я немного завела. На пол литра заводила. Прибегут. Поедят ребятишки. Ночуют они там все у папы, у меня их нету. Я говорю, где будете ночевать, у меня или у папы? У папы. Ну, идите к папе, говорю. Завтра прибежите. Так. Сейчас часть отрежу, часть мешочек опять положу. Я еще хотела сегодня сварить компотика. Компотик сварить. Так, это как у меня было? Вот так. Завтра вот родительский день. Я не знаю, как я на него пойду. Может, мне полегчает. И надо идти, все ж куплено. Разложить надо на могилке. Там же, как сказать, ожидать будут. Как-то надо. Еще сегодня буду упорно лечиться. Так, большие я пирожки делать не буду. Я раньше делала большие пирожки. У меня подруга все удивлялась. Придет, а у меня пирожки, знаете, с ладошку. У меня мама всегда так делала. Одним пирожком можно было наесться. Она говорит, что у тебя такие пирожки большие? Я говорю, я не знаю. Как я вот видела у мамы, так я и делаю. Огромные. Ну, а сейчас уже... Научилась поменьше. Когда как? А что, большой пирожок тоже пирожок.
Так, вот качалку надо, конечно, мне на это. Намочить маслом. Сейчас к ней. К ней все прилипнет. Вот это из ребятишек кто-то в школе делал. Я уже не помню, или Ваня, или Андрей. Кто-то из них. На уроках, на трудах. И вот она у меня еще по сих пор есть. Это качалка. Коржики сделаю потоньше, чтобы начинки больше было. Вот так вот. Так, ну я не буду показывать, как я их делаю. Все вы прекрасно это умеете, лучше меня. Так что я это сейчас начну лепить. А потом покажу, сколько нажарила. Пошла утром, посмотрела свою рассаду. Нормально рассада стоит. Вся выпрямилась. Ничего там не замерзло, не отмерзло. Все хорошо. Пирожки пережарила. Внучок уже прибежал, уже кушает. На вот этом стеклянном здесь яйца с луком. А здесь только-только сняла с картошкой. Делала тоненькие эти лепешечки. Вот такие вот получились. Мягенькие. Саш, вкусные? Угу. Вкусно. Девчонки еще спят. Еще не пришли. На, вот это тоже будешь доедать. А я это, у меня горло болит, мне глотать очень больно. Сейчас буду чаем начать лепить. Лечусь, все, лечусь, лечусь. Так, ну, разломать эти горячие. С картошкой просто ничего не добавляла. Ну, одна картошка, я ее с майонезом сделала. Такую вкусненькую. И все, я люблю с картошкой пирожки. Все, с пирожками я разделалась. Хочу показать вам рассаду свою. Я так прикрываю, чтобы солнце не палило. Можно, наверное, открыть уже крышку. Ну ничего, ночь переночевала. Нормально вроде бы. Вот они, помидорки стоят. Нормальные, зеленые. Надо смотреть, они сейчас тут сохнуть будут быстрее, чем в доме. Так вот прикрывай, пускай не буду, сейчас солнышко уже в бок пошло. Так, сейчас другой покажу еще, холодильник. А эти вытащила сегодня. Надоели они мне в доме. Тоже поставить некуда. На ночь также будут здесь ночевать. Ой, краска нападала от стекла. Надо убрать. Пускай они тут климатизируются, адаптируются. Ничего им не будет 100 лет закрывать. Этот следом ходит кишка. Прохладно как-то. Ой, бабочку, наверное, ловит. Гоняется. Все, что шевелится, он гоняется. Так, завтра, наверное, буду здесь готовить это под этот, под капусту. Ой, трава этот пырей лезет. Наверное, придется переставлять вот эту штучку в другое место и свежей земли набирать. Иначе пырей тут забьет все. Я переставлю. Под капусту. 6-го, наверное, надо капусту сеять. Егорий в день, когда 6-го же. Вот смородина приросла. Видите, что? О. Пересаживать. Куда пересаживать? Какие-то светлые эти листочки светлые на ней почему-то. Черт его знает. Что это такое? Попер, сейчас попрет. Ну вот этот лук, он, как сказать, широколистный и, ну, горчит. Крепкий сильно он. Крепкий-прикрепкий.
Это, наверное, прошлогодний я маленький садила. Ага, вот он. Остались, наверное, эти. Он вылазит. Лезет. Что тише? Ну, бабочек ловит. Бабочка белая как-то летала. Гоняется за ней. Зеленеет уже, все зеленеет. Березки, видите, какие стали кудрявиться. Зеленеют. Эта ограда еще не была толком. Айда, ты уже выбежал. Лес начал зеленеть. Грачи орут. Нигде никого нет. Все по домам. Тишина. Вот ветер, ветер. Каждый день какие-то ветра. Бесконечные ветра. А когда ветра, она как-то не очень. Кажется, прохладно на улице. Вот сегодня я в этой... Ну, я еще болею. Курточку одела, в курточке хожу. Куры пасутся. Курям раздолье. Травы много, они пасутся. Девчонки баню запросили, я говорю. Приходите. К вечеру воды наносите. И все, и баню затопим. Помоетесь. Ведро он приготовила. Второе на веранде. Розочки. Что-то не смотрю я. Посадила, да и не смотрю. Вот хозяйка. Цветочница я. Еще та. Ну-ка, что тут? Я не понимаю, что оно. Ну, зеленая. Ну, там влажная она. Что будет, то будет. Закрою. Вот так вот. Ну вот, баню я затопила. Баня топится. Девчонки воды натаскали. Но я, конечно, в баню не пойду. Потому что нельзя, наверное, в баню. Да и не домогаю, какая баня. Буду с вами, друзья, прощаться на этом. Всем желаю крепкого здоровья. Всем всего хорошего. И всем пока-пока.